Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня первое число, и как мы и обещали, проводим февральский конкурс, в котором разыгрываем 5 лицензионных копий игры GTA San Andreas для персонального компьютера. Это запись экрана. В дальнейшем планируем, конечно, записать видео. Будет интересней, там покажем ваши призы вживую. Ну, а сейчас так. Для участия в конкурсе вам всего лишь нужно быть подписчиком нашей группы и сделать репост, или другими словами, поделиться записью. Вот мы видим группу, здесь у нас 51 человек сделали репост и 71 поставили лайк. Хотелось бы сразу сказать, поблагодарить. Ребят, мы очень ценим, когда вы ставите лайки, но в данном случае мы будем разыгрывать призы именно между людьми, которые сделали репост, так как такие условия конкурса, так будет честно. Давайте приступим. Нам поможет программка Random App, как и в прошлый раз. Здесь есть лайкнувшие, поделившиеся с друзьями все пользователи. Наш вариант — это поделившиеся с друзьями. Выбираем наш конкурс, добавляем его в программу. Видим число участников 50. 50 по той причине, что один репост мы делали в группе 0629. Это нормально, Random App группы не отображает, только людей. Сразу заранее хочу извиниться, если произнесу чью-то фамилию неправильно. И, друзья, не расстраивайтесь, и кто не выиграет, в этом месяце будет новый конкурс, новые призы, пока не знаем какие, сколько, но думаю, будет интересно. У всех есть шанс на победу, участвуйте и выиграйте. Давайте приступим. Победитель номер один – это Валера Матвеев. Наше поздравление. Победитель номер два – Аня Сприди. Наше поздравление. Победитель номер три – это Саня Абакумов. Наше поздравление. Победитель номер четыре – Андрей Крутько. Наше поздравление. И победитель номер пять – Алексей Микула. Наше поздравление. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсах. Всем огромное спасибо. Мы поздравляем победителей. Скоро мы с вами свяжемся и передадим ваши призы. Напомню, что пересылку призов мы оплатим. Вот. Также хотелось напомнить, что теперь у нас появился Twitch канал, где мы проводим стримы, уже не первый. Сегодня будет стрим по Dragon Age Inquisition PlayStation 4. Так что подписывайтесь, вот она ссылочка. Будет достаточно интересно. Ну и напоследок хотелось бы сказать, играйте, выигрывайте вместе с нами, вместе с M-Games. M-Games всегда в игре. Всем спасибо, ребят, счастливо.